Европе все еще ощущаются последствия коронавирусной пандемии. Помочь справиться с ними призван фонд восстановления, из которого в виде кредитов и дотаций в экономику стран ЕС должны поступить 720 миллиардов евро. Ожидается, что эти инвестиции создадут рабочие места и сделают экономику более зеленой и цифровой. Для получения этих денег страны ЕС должны подготовить свои собственные планы восстановления экономики, в которых описывается то, как они намерены вложить эти деньги в новые зеленые технологии, энергетику и транспорт, в ремонт зданий, создание инфраструктуры более скоростного интернета и мобильную связь 5G. В образование и профессиональное переобучение. Европейская комиссия уже одобрила планы 22 государств-членов.